центром построили. Начали с центра, центром походим по воду. Здравия желаю, товарищ Лехов! Дорогие друзья, сегодня исторический день. Не только в жизни наших молодых офицеров, которые сегодня получают первое звание лейтенант, но и в жизни всего Сипути, потому что этот случай первый. Раньше у нас наш университет не выпускал офицеров для действующей армии, которые сразу вливаются в ряды вооруженных сил. Поэтому я еще раз вас поздравляю с этим большим праздником и думаю, что наши новые офицеры, которые будут служить в войсках, будут достойно нести звание выпускника Сипути, и что у них в будущем будет хорошая, интересная и удачная военная карьера. Войско звания офицера-лейтенанта и назначить Западный военный округ Заикина Дмитрия Леонидовича, инженера телеграфного отделения секретной связи, поселок Софрино 1 Пушечного района Московской области. Служу Российской Федерации. Центральный военный округ Ледыча Семена Степановича, командира радиорелейно-кабельного взвода роты связи, поселок Гряз Шумарской области. Служу Российской Федерации. Мельника Сергея Вячеславовича, командира взвода связи отдельной радиоколлокационной роты, село Кош-Агач, Кош-Агачского района Республики Алтай. Параграф 2. Зачислить запас с присвоением первого воинского звания офицера-лейтенанта Иванишина Олега Игоревича. Рашташтанова Романа Александровича. Шилова Павла Андреевича. Министр обороны Российской Федерации Анатолий Сердюков. Направо! Шагом марш! Первые выпускники – это студенты именно нашего факультета АЭ. Очень жаль расставаться, потому что получились достаточно хороший результат. Я только сейчас посмотрел некоторые цифры. Ну и могу сказать, что, допустим, у вас два красных диплома. Это 20%. А всего на факультете их 7. То есть, если сравнивать вас с гражданскими, то будет меньше, у них будет меньше 5%. Поэтому и по цифрам, и по виду получился хороший выпуск. Я хочу в первую очередь найти свое место в строю. Желаю вам карьерного роста.
Пусть множатся и растут звезды на ваших погонах, ну и мирного неба всем. Ведь сегодня событие, которому мы осознанно шли 5 лет. Мы сделали выбор и ни разу не пожалели об этом. Нам оказали честь, зачислив на учебный военный центр, и мы гордимся тем, что являемся первыми его выпускниками. В этот значимый день я от лица выпускников хочу выразить искреннюю благодарность в первую очередь нашим родителям. Спасибо вам за вашу поддержку и заботу, за то, что волнуетесь и переживаете за нас. Спасибо преподавателям за знания, переданные нам, за особые отношения. Вперед! Марш, Гасину, в маршу! А взвода! Шагом!